Всем приветики. Я тут установил себе Windows 10 и обнаружил, что у меня нет вот такой вот менюшки в проводнике. Называется меню проводника. А оказывается, оно выключено. Чтобы включить, идем в пуск, панель управления. Здесь, кстати, тоже все было вот таким вот образом, чтобы, ну, в таком виде как-то тяжело ориентироваться лично мне. Тем более здесь даже нету нужного мне параметра. Выбираем мелкие значки и выбираем параметры проводника. После чего переходим на вкладку «Вид». И вот «Всегда отображать меню». Ставим здесь галочку, ее здесь не стояло. И было вот так вот. Просто никакой менюшки. А когда стоит «Всегда отображать меню», то вот, пожалуйста, вот она менюшка. И через эту менюшку можно заходить сразу в параметры папок без панели управления. Ну и плюс здесь можно вид настроить папки. То есть вот если зайти в какую-то папку, то можно настроить ее вид. Настроить папку. Ну, в общем, такая удобная штука. Как-то даже непривычно было, что нету здесь менюшки этой. Вот. Как-то так. Ну, на этом все. Всем покедово.